Республики Мордовии Артема Алексеевича Зунова приветствовать на этом замечательном мероприятии чемпионат России по дартс. На самом деле, мне очень приятно, что уже в который раз большие мероприятия по дартс проходят на стадионе Мордовия-Арена, за что вам большое спасибо. Надеюсь, и в этот раз также все пройдет ярко, замечательно, и как бы по максимуму выбивайте, как говорится, чтобы 180 было в каждом подходе, если будет получаться. Вот. Рад видеть всех, кто у нас до этого был в нашей гостеприимной республике, кто впервые. Наслаждайтесь общением, конечно, пусть победит сильнейший. И всего вам самого доброго. Добрый путь, друзья. Расскажите, как там в Приморье все играют в дартс? Все 100% играют. У нас все по команде. Стали и все одновременно бросили. И все сразу попали. Вот я служил в барабаше. Вот они вот. Там, наверное, центр вообще этого развития этого спорта. Ну, теперь окраина. Окраина. Центр у нас... Какая окраина? Нет, нет. У нас центр туристический. Барабан. Правда? Сурист, да. То есть Касанский район? Мы со славянки. Нет, со славянки. Да, ой, молодцы, славянки. Я вас сейчас расцелую. Честно слово. Вот идите. Интересное сочетание. Ну-ка, Александр Владимирович, у нас сегодня с вами. Удвоение, да, Бог. Я приветствую вас на мордовской земле. Слушайте, замечательные люди, замечательная атмосфера. Праздник дартса просто великолепный. У нас с вами великое событие произошло вчера, вы знаете. Мы оформили вступление в международную организацию, которая будет проводить по отдельным дисциплинам, прежде всего по американскому крикету, начиная с этого года международного уровня, межконтинентальные будут и континентальные соревнования. Сейчас у нас с вами один из знаковых чемпионатов, вы знаете, лично микс пары, которому спортсмены традиционно уделяют очень серьезное внимание, потому что влияет на общий рейтинг, на командный зачет. С этого года у нас с вами подводиться будет рейтинг региональных отделений. От этого зависит будет, прежде всего, финансирование региональных отделений. Лучших спортсменов будем поддерживать. Сейчас обсуждается идея грантов от Федерации дартс России отдельным спортсменам за высокие достижения. Все это у нас с вами есть, у нас все с вами это развивается. Ну и будет, я надеюсь, что дальше идти также в позитивном направлении. Вот. Но от лица Федерации я желаю всем ярких побед, честной, бескомпромиссной борьбы. Ну и, конечно, у нас наш девиз – пусть победит сильнейший. Ура! Чемпионат России по дартс 2023 года объявляется открытым! Thank you.
Тут два дня напряженного соперничества и спортивного азарта. Благодарим почетных гостей за участие в торжественном открытии соревнований и приглашаем их к просмотру. Сегодня есть за кого поболеть. Раз, раз. Ну, зараза, работает же, ну. Тот всегда был лучший. Молодец. Ростов, мама. Ростов, да. Ростовская область. Что-то девочки с Ростовской области очень серьезные слишком. Добрый день. Но у нас вид спорта такой, специфика спорта такова, что, видите, они только от мишени дошли, сконцентрированы на игре, на победе. Пару минут, и мы будем веселые. Очень рада вас видеть на мордовской земле. Спасибо большое. Спасибо. Девчата красавицы. Oh,